Всем привет! Сегодня едем картошку. Картошку, короче, свежую накопали. Сварили, обжарили. Вот это картоха. Сейчас мы картоху еще добавим мазика. Вкусненькая, солененькая картоха. Добавили, короче, музыка. Сейчас это все, короче, перемешаем. Горяченькая. Кто-то мне пишет всякую мерзость, значит, у человека с головой не в порядке. А хлеба срезать. Все, короче, порезал помидорку желтенькая. Вкусненькая, последненькая. Обалденные помидоры желтые. Еще это. Не хочешь вставать? Вставай вот так. Вы смотрели видео? Макс Солнечный выложил для вас. Так что зайдите, посмотрите. Какая вкусная помидорка. Одна звезда пишет, это трактор. Жрачка приехал. Дура ты, а? Кстати, можете сообщения больше свои не писать. Читать я их не буду больше. Да, картошка супер-пупер. Помните, у меня была такая роза, да? Вот эта роза умнее, чем вы там пишете, хейтеры, комментарии. А если я поеду в Крым, но я ж никого не возьму. Я же еду к Максу. Зачем нам лишние свидетели? Так что не забываем.
подписываться на Макса Солнечного. А кому не нравится, можешь не заходить. Сок из помидорки вкусный. Сейчас своя картошка такая вкусная. Он мне смотрит Еленью. Хорошая баба. Привет, кстати, тебе, Еленью. И Лена семейный подряд смотрит. Тоже нормальная баба. Кто-то из них никто не пишет мне гадости. Только вы, злые люди. Вы знаете, мне даже не слабо облизать тарелку. Вкусная картоха. Жалко, что мало. Вкусно было. Все кончилось. Ладно, короче, всем пока.